Элита национальной экономики. Холдинг «Бобруйско-Громаш» отмечает юбилей. 10 лет качественной продукции, инновационных разработок и поразительных результатов. На сцену Дворца искусств один за другим поднимаются те, кто обеспечивают высокий технический уровень товаров. Людей труда чествуют представители Минпрома и руководства города. В подарок хиты в исполнении Skynet и группы «Аура». Дорогие друзья, я от всей души поздравляю с 10-летним юбилеем холдинг «Бобруйско-Громаш» и желаю процветания, желаю новых достижений, желаю успехов, новых возможностей и чтобы все было благополучно и хорошо. С праздником вас, дорогие друзья! Сегодня в холдинг входят 6 современных, динамично развивающихся предприятий. «Бобруйск-Сельмаш», «Нейстром-Автолиния», «Орша-Агропроммаш», «Молодечненский станкостроительный завод» и «Брестский электромеханический». Все оказывают полный комплекс услуг от проектирования и производства до консультаций по выбору сельхозтехники и гарантийного сопровождения. Холдинг «Бобруйско-Громаш» на протяжении последних 4 лет выполняет все доведенные показатели Минпрома. И действительно, сегодня мы имеем хороший результат. Кроме того, в условиях жестких санкций и в условиях, так сказать, нестабильной геополитической ситуации мы не потеряли ни одного рынка. Рост производства отражается на заработной плате. В 2022 она увеличивается на 19%. Накопленный опыт, конструкторский и технический потенциал позволяют создавать продукцию, которая востребована во всем мире. География поставок свыше 40 стран. Список торговых партнеров ежегодно расширяется. Его пополняют Германия и Румыния. В планах на 2023 – Зимбабве и Тогале. Республика. Широкая линейка машин, которую выпускается холдингом «Бобруйско-Громаш», позволяет нам предлагать нашим клиентам не только индивидуальный подход, но и современную сельскохозяйственную технику, которая уже показала свои преимущества перед аналогами не только по цене, но и по качеству. «Бобруйско-Громаш» движется в ногу со временем и следит за малейшими изменениями рынка. Здесь производят новые виды техники и модернизируют продукцию, которая уже давно запущена в серию. Только в 2022 холдинг обновил ассортимент почти на треть, а за последнее десятилетие более чем на 40%. И это все в условиях жесткой конкуренции. К предстоящему агросезону уже готовы 6 новинок. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, «Бобруйск-360».